К сожалению, по третьей часа до этого строил на третий год. В этом году договор был расторгнут и определен новый подрядчик. Сейчас работы практически вот на какой стадии? Все, что готово. Готово, да. А по срокам, когда нам заезжать можно? С 15 числа мы начнем уже, наверное, жилстройбанков продажи. Уже, я имею в виду, в каком смысле продажи? Договора. С 12 мы вам допуски дадим, чтобы вы уже заходили. И нам самим интересно, мы как раз проверим, канализация работает, не работает, все эти моменты, как она работает. Ну и вы, походу, смотрите там, если какие-то недоделки будут, чтобы мы сразу могли акты делать. Вот я вот до таких моментов говорю, когда вы будете приезжать, вот, все-таки дом стоял, где-то, может быть, грунт неправильно посадили, где-то булочки, где-то регулируются. Вот как раз таки предлагаю, вот с 15 числа, вот такие моменты, все неправильно шкарно, время летят на автомасы, сосын кривалгасын, бұл сіз енді, қаражаттыны сатып алмасын, ұстап қараңыз. Жаңа, екі жылдай, бұлар жауапты. Бір өзгерістер болса, бұлар өз қаражатына бәрін өзге отырмын. Бірақ енді алғасын, қысы уақыты болғасын, ұстап қарап алмасын. Все коммуникации подведены, пусть газы сделаны, договор у вас будет, можете заселяться. Мы здесь закрепим представителя отдела ЖКХ, будет вас запускать, чтобы вы могли проверить, посмотреть, как что функционирует, если какие-то вопросы есть, чтобы мы потом могли по недочетам какие-то претензии предъявить. Если это возможно будет, то постараемся уже, чтобы даже числа 18-19 более активно документы оформлены.